Шалом, уважаемый, с вами снова Лея Механик. И, в общем-то, после моего дня рождения дошел последний подарок от моего братухи. Он там денежек скинул. Ну, и я купил себе такую интересную вещь. Марка типа Tactis. Угадайте, что это? Да, это магнитная тарелочка для метизов. То есть, смотрите, я вот кинул сейчас шпильки. Сява 555. Тут вот до дна небольшое расстояние есть, то есть, видите, есть зазор. И шпилька все равно не отваливается. Ты переворачиваешь вверх ногами. Не отваливается. Классная вещь. Спасибо, братуха, за подарок. Ну и... Итак, я ее достал из коробки, насыпал шпилек с цилиндра Ява 555. И представьте, какой мощный магнит. Оп, и поднял тарелочку. Тут, кстати, кому интересно, вот огрызки нержавеющих болтов я там подрезал на одном проекте. И вот если, ну, эта вещь магнитится, нержавейка, если вы знаете, это сплав металла с хромом при содержании хрома более 12%. То есть, ну, по-своему, это зараза магнитится, вон, видите. То есть даже есть вот такое небольшое вот колебание, эта вещь магнитится. Нержавейка. Кто-то мне говорил, что нержавейка не магнитится. А вторая магнитится принадлежащей магните. То есть она... Оп! Все-таки какие-то магнитные поля на нее влияют. Помню, как-то мне на рынке бронзу, че что там проверяют, тоже при помощи магнитика. Как он там себя ведет на ниточке. Ну, ты нержа, оказывается. С магнитом хоть чуть-чуть дореагирует. Такие вот дела. А, да, кстати. Вот. Вот еще один мой подарок на день рождения. Полировальная машина Makita. Ну, естественно, это подделка. Оригинал за 10 тысяч мне никто не подарит. Но за подделку очень качественную. Вот она уже чухает крышечки. Тоже я благодарен. Вот сейчас я покажу результат работы этой машиночки. Почти мы закончили с крышечкой для Явы. Вот, для 555 тоже. Вот тут, помните, была борозда такая вот от коробки переключения, ее тоже убрал. Следы наварки алюминия тоже убрал. Так что подарки работают. Я доволен как слон. Мы будем продолжать. Спасибо всем за внимание. Всем пока.